Всем привет! Мы продолжаем проходить игру Base One. Так, у нас потихонечку строится огромная станция, где надо исследовать автоматические пушки, исследовать Т2 боеприпасы, исследовать инкубаторную, исследовать добычу газа. Ну, одним словом, есть чем заняться, да? Аварийный генератор ценил пару проводов. Молодец. Так, строительство. Наука. Так, что мы должны? Ну, мы исследуем медицинскую станцию Т2. Потом приступим к исследованию добычи газа. Жалко, конечно, долго тут все это. Химический стек. Я даже не знаю, что это такое. Химический реактор. Так, ну что, давайте будем добывать воду потихонечку. У нас тут так не наука, а экипаж. Так, у нас производственники. Ну все, в принципе, давайте так, увлеченный. Ну, пора приступать к работе, да? Навыки, химические процессы. Здесь у нас тоже химические процессы. Выносливость, ну, второго уровня достаточно, да, будет, я так думаю. Ага, достаточно очков. Вот. Так. Ну, будем делать воду, да? Стоп, включено. Ну, все, давайте остановим. Сколько там у нас? 95 единиц. Взять все. Взять все. Старт. Так, будем перерабатывать воду. Так, мы пока остановим. То есть можно изготавливать плодородный грунт, химикаты, удобрения, вода, химикаты, взрывчатку делать. Ну, тут я не знаю, лекарства, гидропонный раствор, азот, водород. Так, кислород, межзвездный газ А. Угу. Тут на радостях. Так, а ну-ка, что у нас тут? Соединение. Так, давайте сорвем. Да, у нас, конечно, проблемы с энергоснабжением, конечно, просто лютые. Ну, что делать? Такая могучая тема. Так, смотрим, в каком состоянии у нас экипаж. Так, ученые. Все как бы все хорошо. Так, 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 так. Ну все. Вот так сделаем. Вот замечательно. Пусть работают. Научный исследователь. Так, медицинская станция. Доступно новое устройство. Тут огромная станция, конечно. Так, зонды.
шахтерский этот сонд. Кто-то летит. Так, давайте посмотрим, чем у нас там занимается экипаж. Так, операторы. Ага, понятно. Ну, давай. И... Так, это у нас вот так будет, да? Все. Ученые у нас в пределе. Научный терминал, Нет назначения. Ну, ладно, бог с ней. Нет назначения. Ничего страшного. Пусть отдыхает. Восстанавливает силы. Так, что у нас хаб? Угу, потихонечку, да? Следует автоматические пушки. Так, наука. Давай сюда. Автоматические пушки. Ой-ой-ой-ой. Так. Сколько всего, а? Следовательно, эту автоматическую пушку, да? Конечно, если бы вот так можно было сразу, разом, махом, все это исследовать, это было бы, конечно, оптимально. Но вот это такая долгая история. Компьютерное наведение, бронепластины. Я единственное опасаюсь, что мы тут загнемся на радостях. Так... Все, так у нас, давайте установку. Так, и так, в принципе, как бы все хорошо. А, ну давайте еще вот построим здесь. Так, грунт этот закажем. Плодородный грунт. 4 штучки. Заказать. Так, еще мы построим. Так, насос. И помпу. Насос и помпу. Так. По электроснабжению мы тут вообще, я не знаю, ну реактор, конечно, может строить, но этот реактор такая тема мутная. Так, батарея включена в работу, отлично. Давайте собирайте тут, тут очки идут. Ученые, я не знаю, увольнять их тоже как бы смысла нет. Так, поставим еще здесь, посмотрим, что у нас с операторами. Понятно, свободен. Так, занимается. Так, у него физическая подготовка великолепная. Так, смотрим, что у нас. Изготавливает воду. Старт. Неудача у него. Так, экипаж. Так, производственники. Ну и где он тут?
Так, смотрим. Так, операторы. Все, это оживился. Все, у него тут очков-то сколько нафиг. Вот у нас полудохлик. Все, максимум. Надо же. Так, а ну-ка, сейчас, секунду. Что у нас тут? Все. У кого тут мышцы атрофируются? Но у нас там работают. Мясо, инкубатор, инкубаторная, тактические пушки, силовая катушка, синтез, силовая, ужас. Так, ну что, у нас изучило тут все. Ну, будем изучать старт. Так, смотрим. Давайте снабжение. Так, ну давайте 100 еще. 50. Максимум заказать. Нет, ну это мало, конечно, 50. Ну ладно. Так, все, отлично. Так, давайте мы сделаем так. Соединение. Угу. Так, и кислород. Так, вот Билл Клинтон. Это что за Билл Клинтон там? Давайте собирайте бак и насос. Мы поставим два. Отлично. С водой тут все грустно, да? Вода. Что ты будешь делать? Баксы не, да, с насосом. Я не понял там. Ну-ка, логистика. Да не, все, по-моему, работает. Ага, хорошо. Так, ставим здесь две. Нам не нужен декор. Попробуем вот так. 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 Так, снабжение, ресурсы. Что у нас есть? У нас есть плодородный грунт. Угу. Лед 55 единиц. Шикарно. Так, а где у нас текущий продукт? Вода. О, производство остановлено. Почему? Подробно, что так? А, понятно. Марк Николе. Иди. Вообще тут весь на износ. Новоколовой. Так, ну-ка, погоди.
Закрыть. 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 Снабжение. Так, закрыть. Давайте. Так, ИПш. Ну, он... Где он там, этот? Оператор. Убил. Давайте там. А, ученый, может быть, тут, да нет. Так. Производственники. Уборщики. Да нет, по-моему, тут все хорошо. А, ботаники. Ну, давай. Так. Все. Спорту жизни. Так. Угу, изучаем. Компьютеры, наведения. Следует инкубаторскую. Тут еще изучать и изучать. Я не знаю, по времени мы не задохнемся тут на радостях. Так, вода есть. Плодородный грунт нужен. Вот, все есть, ничего не выбрано. Так, где наш биолог? Экипаж. Ботаник, вернее. Так, вот он где-то должен здесь уже быть. Так, значит, что мы будем? Нет продукта. Фрукты, овощи, кислород. Убираем кислород. Кислород. Вот будем растить кислород как-то хитро. Каким-то методом. Где наш биолог? Фразеолог. Производство. Ну все, отлично. Так. Угу. Ладно. Все, поехали. Так. Билл Клинтон, да что ж такое? Билл Клинтон, дрон запущен. Так. Так, ну-ка, Билл Клинтон. Экипаж. Так, это у нас операторы, да? Ну и что? Давай тебя в спортзал отправим. Пора уже вам заняться спортом. Так, закрыть. Так, что у нас еще? Разведка идет. Неизвестно. Так, неизвестно. Урановая руда, лед. Слабо он тут. Занимайтесь, спортсмены. Производство остановлено. Старт. Так, сколько здесь у нас единиц? Смотрим. Здесь у нас 4 единицы. Так, а ну-ка. Стоп. А, ну да. Старт. Тут у нас там совсем этих... так, а ну-ка, этот шахтерский дрон. Что он там, лед не толкает нам? Нет воды. Ох, я... Подождите. Сейчас мы тут воду дадим. Все.
Ну, где он там? Научное исследование завершено. Ну, давайте быстрее. Единиц. У меня тут как бы тут где этот биолог, где-то горе. Кислород, нет воды, но есть вода же, а? Сейчас пойдет вода по трубам. Бак не соединили. 25 единиц у нас. Ничего себе. Так, дроны у нас. Шахтерский дрон. Он должен у нас добывать воду. Так, есть идея. Так, нечем заняться. Есть идея. Ну-ка посмотрим. Максимум. Так. Ученые. Так. Ну, эти работают, все хорошо. Так, операторы. Так. Это ну-ка вот так. Физическая у них подготовка просто великолепная. Угу. Так, ну это у нас слабый оператор, че дохлый. Прямо на износ. Так, вот этот счастливчик. Ну вот это не совсем правильно перк, ну ладно, бог с ним. Бил, статус, пекун, навыки. У него очень хороший контроль, он вообще тут практически неработоспособный. Так, смотрим, что у нас там вырастет. Интересно знать. Ага. Состояние грунта. Готово к посеву. Исследовать добычу газа. Угу. Производство остановлено, да? Старт. Так. Так, а здесь у нас что? Что мы можем вообще произвести? Угу. Химикаты. Удобрения. 3 единицы воды и химикаты. Лекарства. Химикаты. То есть, да, как-то вот так. Грустно. Кстати, рост первое. Что-то должно тут вырасти. Ну, не знаю. Кислород 180, 180, да? Состояние грунта. Что тут такое? Подробно. Техники. Даже не знаю, чем им заняться-то.
все закрыть. Занимайтесь чем угодно. Так, у нас обесточенный, да? Всю энергию выкачали. Так, что у нас? А, мы еще должны были построить еще одну. Так, саларочку, да? Так. Техники. Ну, давай. Все. Строй. Сейчас подпитаем еще вот этот аппарат. Энергия. Он тут вообще разряжается, как этот путь. Солнечные панели. Так, что у нас тут? Требуется полив. Не знаю. Так, пусть он дорабатывает. Есть бронепластины. Все, дальше изучаем. Так, силовая катушка. Что за силовая катушка? И еще силовая катушка Т2. Ну, давай посмотрим, что нам дает эти силовые катушки. А? Может быть, сюда силы все потратить? Увеличить выходную... реактора. Угу. А это у нас улучшенная. Реактор. Улучшает реактор. Угу. Вот весь кончился. Ну, давай. Давай этих производственников пусть отдыхают. Весь лед перемолотили, а? Солнечная панель собрана. Давайте так. Мощность реактора. Вообще, реактор это такая темная схема. Так, еще мы не так. Энергия. Вот, более-менее. День. 70-40, да? Угу. Требуется полив. Ты наш биолог. Соединение. Чувствую, задохнемся мы на радостях. Спор урожая. Это 360. Так, да, соединение. Где наш специалист? Ботаник. Эй, ботаник. Давай, вперед. Ждем ботаника на полив. Так, ну больше нет ничего, да? Так, выкл. Выкл.
Нет никаких больше поручений. Занимайтесь спортом. Так, давайте шахтерский дрон. Лед. Так, операторы. Все хорошо. Уборщики. Так, производство. Ну, это просто грустная история. Так, ну, более-менее в нормальном физическом состоянии пусть прогуляются. Так. Вода. 100 единиц, да? Просто грустная история. Так, что у нас еще? Изучение. Давайте изучайте. Автоматическая пушка. Ну вот еще. Исследовать автоматическую. Так, пушку Т2. Исследовать инкубаторную, исследовать добычу газа. Добыча газа. Ну вот следующий будем добычу газа исследовать. Так, полив. Прошел. Так, ну знаешь как тут? Я вот так думаю, что вот этот, где он, ботаник, вот, его. Раз, все, как только появится красная полоска, что что-то нужно делать, мы его привлечем. Так, вода у нас пока еще есть. С кислородом, может быть, все грустно. Ну, мы пока изучаем. Кто это там такой понурый ходит? Господи. Эй. Всем-то тут. Да не, по-моему, нормально. Вот. У него эмоциональная стадия. Так, подробно, давай мы тебя. Так, спортом ты. Давайте, давайте еще спорта. Так, ботаник пусть там занимается своими делами, кушает, отдыхает. Тут вообще, насколько я понимаю, тут нужно как бы вот так. Так, давайте еще одну. Сколько у нас? 33 единицы. У нас очков и тьма просто. Не знаю. Так, ученый, да? Ученый. Так, что у нас тут будет делать ученый? Ну, давайте. Смотрим, как бы все хорошо. Нет назначения. Спектральный анализ, научный терминал. Операторы. Угу, тоже. Так, техники. Пусть расслабляются, уборщик. Ну, вот он в работе весь. Производство. Ну, вот, вот так. Нет, не так. Так, это у нас... Нет. Закрыть. Так, взять все. Старт. Включение. Все, пошел делать воду. Все отлично. Второй где-то тут отдыхает. Ага, нет полива. Вот сейчас смотрим. Экипаж. Ботаник.
Все. Сейчас примчится. Ботаник, ну давайте не будем его там отпускать. Он идет в развалочку. Вот. Ботаник. Идет проверять растения. Прям сплошной энтузиазм. Ну, нам нужен кислород. Мы тут помрем. Без воздуха-то. Требуется полив. Есть стадия роста номер 3. Какая сложная тут система-то, а? Все, ушла. Ну, почти получает 180-180, 360 единиц кислорода. Угу. Что ты будешь делать? Он вышагивает тут. Вообще ничем не занимайся, иди своей дорогой. Так, так, так. Нет назначения никак. Пойдут спортом заниматься, это пойдет у нас. Так, производство опять у нас 25. Давай. Главное, стоит тут оператор, ничего не делает, главное. Молодец. Так. Химический реактор. Производство, да? Стоп, сколько у нас? 7. Взять все. Старт. Все, пошел делать воду. Так, ну что там, изучила или нет? Что мы тянем кота за хвост? Давайте, изучайте автоматическую пушку Т2. Потом за инкубаторный возьмемся. Инкубатория. Что он вообще дает, инкубатория? Так, устройство для выращивания искусственного мяса. Угу. Синтезированный продукт, передавая мысль в области биотехники, биолог. Так, инкубатор. Интересно. Так, инкубаторий. Нет никаких идей. Инкубаторий следует добычу газа. Так, аварийный генератор. Где мы это, братья? Вообще. Давайте так, так. И он вообще таки отдохнувший, в принципе, по большому счету, здоровье прям так и прет. Так, вот этот у меня оператор удивляет. Так, спорт у жизни. Все, ну, давай. Химический
Химический реактор. Следуем инкубатории. Так. Старт. Потом следует добычу газа. Так, кислород, состояние грунта. Опа, отлично. Смотрите, как просто сказка. То есть состояние грунта у нас еще более-менее хорошее. То есть, ну, где-то его еще на два захода хватит. Ну, что я могу сказать? Замечательно. Готов к посеву, да? Текущий продукт кислород. Ремонтировать. У нас очков Т3, вас интересно знать. Нет ученого, но это ладно, бог с ним. Так, что такое? Почему у нас нет свободы? Есть свободная кровать, пожалуйста. Развалился главный нут. Есть свободные кровати, почему? Какие проблемы-то? Все, ура. Фантастика. На полу развалиться. Так, все, отдохнуло. Так, какая у нас стадия роста? Ну все, пусть вот еще пару грунтов можно заказать, и в принципе мы, как бы, надеюсь, выживем в состоянии грунта. Так, вода у нас есть. Так, что мы должны исследовать? Добычу газа. Ну, сколько он тут будет исследовать? Это вся беда. Так, смотрим. Так, инкубаторий. Силовая катушка. Реактор холодного синтеза. Ну, я не знаю, это эти силовые катушки. Это, конечно, вещь хорошая. Ну-ка. Что, инкубаторий, что ли, изучил, что ли? Нет. Старт. Силовая катушка. Топливная ячейка. Ну там все, что ли? Межзвездный газ. Так, ну, начал исследовать. Ну, будем добычу газа, да? Долго он тут. Увеличивает выходную мощность реактора. Ну, реактор — это такая темная история. Не знаю. Так, тут никто не помер у нас на радостях. Так, экипаж. Ботаник.
с ботаникой эксплуатировать у нас в полной программе. Требуется полив. Без ботаника ну никак. Конечно, можно еще заказать одного ботаника, чтобы они там поочередно, но как бы это, считаю, расточительно. Взять все. Старт. Так, а ну-ка, стоп. Так, а этот у нас взять все. Старт. Благо он здесь рядом. Есть. Пропыхтел. Ну, видишь, какой ботаник у нас классный. Сейчас мы выскочим из этой кислородной зависимости. Это будет вообще неплохо. Зона сканирования. Топливная ячейка. Угу. То есть вот на этих плодородный грунт, да, можно делать. Ну, не знаю. Что там тут такое есть? Ничего не делает. Так, это техники. Так, здоровье у них выше крыши. Так, ну-ка, давайте мы их отправим куда-нибудь мчаться. Что они там дурака валяют? Все изучают ремонт или что-то там в этом духе. Вот это, думаю, будет оптимально. Так. Ну, закрыть. Так. Включим. Давайте. Новый модуль инкубатор. Так. Доступен инкубатор. Доступен новый ресурс мяса. Мясо. Нутриент. Новый ресурс какой-то. Сколько тут всего. Так, ладно. Давайте тогда сделаем небольшой перерыв. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.